Сообщение из Перми. В город на благотворительный концерт приехал Дмитрий Певцов. Популярный российский артист прибыл в столицу Прикамья, чтобы выступить на благотворительном концерте, средства от которого пойдут на восстановление Белогородского монастыря. Актер выделил время, чтобы пообщаться с почитателями своего творчества, поговорить о вере и ответить на вопросы. В храме Рождества Пресвятой Богородицы на встрече с пермяками Дмитрий Певцов рассказал о трудностях актерского ремесла, о подрастающем поколении. Рассказал артист и о своем пути к Богу, и о том, что вера помогла ему вновь улыбнуться и увидеть жизнь в позитивном свете. Приход в церковь вообще отразился в моей жизни довольно серьезно. И я по-другому стал смотреть на себя и на то, что я делаю на сцене, во-первых. А самое главное, в репертуаре нашего музыкального концерта появились новые песни, связанные как раз с верой. И песни почти молитвенные. И для меня это стало очень важным. Потому что для меня какие-то появились запреты в жизни, которые я раньше считал, ну, не то что... грехом, но ничего страшного, некоторые еще хуже, ничего, и я могу это делать. А после того, как я пришел в храм, какие-то вещи стали для меня просто недопустимы. Пермякам, пришедшим на встречу с известным актером, посчастливилось услышать песни в исполнении Дмитрия Певцова. Мир останется лживым, мир останется вечным. Может быть, постижим, и все-таки бесконечным, и значит, не будет долго от веры в себя до Бога. И значит, остались только и люди, и дорога, и быть на земле закатом, и быть на земле рассветом, удобрить ее солдатом.